готовилась его зам и готовился Мороз. Все остальные, вероятно, члены совета, скажем, меня, были из этой работы исключены. Если она была бы, так скажем, и наше мнение выслушано, может быть, мы сумели дополнить эти выступления, они были бы более корректны. Фактически, лично я был готов выступить, но после того, когда Дана выступила, значит, далее, я эту уже встречу, никто ее спасти не смог бы, так я скажу. И что там, даже Цезарь, если говорил, все это было уже сделано до того. Это мое мнение. Потом, значит, почему меня там вынудили на это интервью Гаврюшова Натальи? Потому что все вы убежали. И надо, почему-то, скажем, в пресс-центре никто не стал говорить с прессой. Почему? Она ко мне не подходила. Я бы так кому-то она подходила. Значит, она подошла и ей сказала, что я не знаю. Вот завтра я не пойду и говорю, дай я пару слов. Ну, я не могу. Да, мы могли только скрывать одну тайну, что мы выглядели как бараны. Я в этом, значит, согласен. В этом полностью, что мы имели час работы с президентом, и сегодня мы имеем нулевой результат. Мы не сумели сформировать даже проблемную свою. Значит, видимо, мы на разных полях играем. Если вы не понимаете, что я хочу, я надеялся на командный какой-то продукт и результат. Ура к царю! Ну, побежали, ура к царю! Ну и отбежали. Все, что мы можем сказать населению сегодня.